друзья, добрый вечер. Да? У нас сегодня будет вот такой эксперимент. Мы решили встретиться в нашей любимой уже кофейне, но попеть в режиме квартирника вот так без микрофона, чтобы было уютнее, чтобы голоса у нас у всех звучали более естественным образом, чтобы мы не зависели от микрофонов. И надеемся, что будет уютно, надеемся, что мы вспомним для вас все наши любимые песни, а кто-то их с нами вместе споет, кто-то их впервые услышит, это тоже будет очень приятно. Мы, это студия «Ключ», студия «Воронежской песни «Ключ», она уже давно разновозрастная у нас, и кто-то занимается недавно, кто-то давно, но вот сегодняшний концерт – это старший концертный состав. И практически все у нас уже студенты. Я вначале их представлю и в конце представлю. Есть персонажи, которые в школе у нас еще есть. Личный персональный мой ребенок. Он тоже еще в школе. И он тоже уже в старшем концертном составе. Судьба у него такая. И те, кто у нас и в старшем уже играет и продолжает, потому что ребята пришли, ребята выросли, у них своя уже группа, и они большие молодцы. Ангелина Платонова, наш солист, кахон, на гитаре она тоже играть умеет, но сегодня ей повезло, сегодня поешь. Тимофей Натов, вокал, скрипка, гитара. Ксения Новикова, лауреат, победитель и так далее. В общем, спасибо Ксюше, что многие эти годы работала с нами, участвовала. Вообще они все, ребята, отмечены дипломами и призами городских, областных и сибирских фестивалей, так получается. Ольга Комарова, Екатерина Стахорская, Анна Иванишко и Владимир Фролов. Совсем никак не школьники. Это у нас выпускник. Никита Панова связала ручкой. Вот. Он уже тоже во многом заслуженный, свои концерты поют сольные, чудесные. И Светлана Доничева и Ганна Щерова. Они уже взрослые, вполне в сознательном возрасте пришли заниматься, добились больших результатов. И тоже поют и сольные уже концерты, и удовольствием. Света водит туристов, поет им песню. Туристы рады. И, в общем, даже такие отголоски докатываются, что когда мы ищем общих знакомых, все так радуются, говорят, надо же, Света так поет, так замечательно, так чудесно. Вот. Ганна тоже освоила инструмент буквально за 2 года и до уровня серьезного, а теперь вспомнила, что когда-то она еще училась играть по скрипке, нынче завела себе альт, это такая большая скрипка. И вот сегодня впервые она будет выступать еще и в качестве артиста, да, в сегодняшней программе. Студия у нас называется «Ключ», и мы когда-то, я вот пару-тройку лет назад написала песню, и теперь это наша визитная карточка.
друзья, коллеги. Спасибо, что поддерживаете. Так что песня «Соловьёв города Абакана», песня, написанная в Листвянке над Байкалом. На закате солнце щурится, дымка синей занавескою прикрывает берега, треплет гладь морскую ветрами и седыми километрами, на хребтах чертою резкою первозданные снега. Над Байкалом касает рука.
когда берем новые песни, чаще всего это песни в паре. Одна бодренькая, одна лирическая. Лирическую только что спели. Бодренькая будет не то чтобы новенькая, но очень всем известная песня Виктора Верховского «Далекая Амазонка». Я думаю, что вы вполне можете сказать. В этой же графине для вас. А до этого у них будет прослушивание на городской фестиваль «Алый парус» и потом еще концерт. В общем, апрель очень занятый такой месяц. Ребята работают в полную силу. Я рада, что у нас есть возможность петь еще и просто вот для души, для зрителя, а не только сплошные конкурсы. Ближе, она.
сказки не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Ольга Чикина – автор, и Катя нам сегодня свой коронный номер, я думаю, продемонстрирует. Я сижу на корточках посреди вокзала, я скучаю. Надо мной опасная маленькая облачко. Дотянусь до облачка, будет все как раньше. Вылезают вон из кожи, чтобы остаться хотя бы так.
отвернешься к стене, нахмуришь брови, разозлишься на целый свет. Я не знаю, кому из нас хренови, я не знаю, кому из нас хренови. Да и что бы нам дал ответ, что бы нам дал ответ, что бы нам дал ответ. Балом правят часы, как связки старые, да лучше не подать рукой. В рваном платье с игрушечной гитарой, возвращаясь к мешкам с крупой. Можно перебирать ее, как четки, можно горькую пить до дна. После зеркала две зубные щетки, после зеркала две зубные щетки, но священная лишь одна. Героиню приметы спрячу в ящик, от варвар любопытных прочь. Заметить подходящих, чтобы выдержать эту ночь. На губах расцелованных простуда, в горле ком остального ответ. Ты уехал туда, вернись оттуда. Ты уехал туда, вернись оттуда. И забудем про эту смерть, забудем про эту смерть, забудем про эту смерть, забудем про эту. Катя и Оля у нас еще и дуэтом поют, и один дом, да, другой дом, и потом еще третий появился. С чего начнете? Дом, в котором. Марина Миняшина, иркутский автор. Если вы читали роман Мариан Петросян «Дом, в котором», то вообще будете очень в теме, потому что песня написана по мотивам этой книги. Построил нас, мы сумасшедшие высший класс, полузабытые дети стеблей, без прошлого и гражданства. Есть только память, она жива, а нам на стенах писать слова, стараться к юности не обмелеть и выхода не дождаться. А ночью на перекрестке тишь, и ты невидим, и ты не спишь. Иди, куда поведет тропа случайного коридора. Чужая смерть не твоя вина, ведь иногда высока цена для тех, кто совсем в темноте пропал, отринув законы дома. Утро слишком похоже на кровь, утро слишком похоже на боль. Утро слишком похоже на нас, и мы ждем до утра. Утро слишком похоже на нас, и мы ждем до утра. И снова клин выбивает клин, туман соткался из серых спин. Теперь налево и напрямик, не ждите из леса писем. На раз, два, три, отбивая такт, мы завершаем свой круг вот так. И ласточек раздается крик в лазурной небесной выси. На стены ляжет паучий след, зашиты камушки в амулет. Легенды дома не могут лгать, открывая тайны. Ночь сказок звездами стелет путь. Ты знаешь, главное не уснуть. И ты, мой названный, будешь брат, покуда ты в нашей стае. Утро слишком похоже на кровь, утро слишком похоже на боль. Утро слишком похоже на нас, мы уходим за ним. Слишком похоже на нас, мы уходим за ним.
«Мой дом», да? Александра Фигуровская, московский автор. Вообще она из Сибири, из Красноярска. И была у нас тут пару лет назад, концерт пела. На окраине мира, на окраине лета построенный где-то еще до света, а в доме моем сыро, а в доме моем тесно, да только во всем мире мне так и не нашлось места, и вот он стоит. Дышит туманами ветром, а где-то на самой крыше аистом спит лето. Мой дом, крепость моя, мой дом, четыре стены, мой дом, между ними я. Заходи, если тоже бежишь от войны. Занавешаны двери с тех пор, когда растаял октябрьский снег первый, а в доме моем слышно, как спорит душа с телом, и где-то скребут мыши по коже моей веры, и кошки скребут где-то, и кажется случайно. Аистом спит лето на крыше моей тайны. Мой дом, келья моя, мой дом, потолок и пол, мой дом, посредине я, заходи, если голоден или гол. Обдуваемый всеми ветрами, живу не в сарае, не в храме. А в доме моем сыро, а в доме моем тесно, тихо, тихо. Наталья Нелюбова, автор следующей песни. О доме «Приветствовал дом». Что-то такое сюрреалистичное, но очень красивое. Ангелина Платонова и Ксения Новикова присоединяются. Между домов чужих, между...
Тем не менее, визитная карточка Олега Медведева и очень любимая песня «Корабельный круг».
снится тебе. И ползли по норам ночные крысы твоих невзгод. Если лунный луч выходил корабельником, уходил твой сон, разгоняя страх, принося уют и покой. И блестела соль на его устах, и искрился мир под рукой. И небесный вагон
песни тоже Марина Миняшина, тоже иркутского автора. Когда-то тоже она с нами общалась. Да, и вообще она такой ролевой человечек. Вот разные миры, и Гарри Поттер, и другие игры. Много песен, посвященных разным персонажам. Ну, кстати, Кова, наверное, такая сама по себе. Сама, нам очень нравится. Чаю.